причина, конкретная причина была, что у нас испортился матч, который мы играли в Одессе. И мы играли в Одессе, здание было новое, стол, за которым мы играли, был грубо сколочен, а у Петрощана настала привычка в конце, в напряженных положениях, ногой теребить. И, значит, непонятно это было. Я однажды попросил его, чтобы он вел себя потише. Он продолжал. Потом, значит, он же написал письмо в судейскую коллегию, что я ему мешал играть, потому что я настаивал, чтобы он... Он писал, что вы его ногами били под столом. Да, он писал. Значит, так оно продолжалось до самого конца. Матч игрался до 4 побед. Мы сыграли... Я вот выиграл 2 партии и уже выигрывал 3-ю. И в этот момент он начал бить ногой по полу. И тут я пошел к судье жаловаться. А судья пожал плечами, что он может сделать. Но обыграл я Петросяна. Он отказался играть дальше. Он написал письмо в ЦК КПСС, а также президенту Международной Федерации ФИДЕ. Он отказался играть, я обидел его. Вот так оно было. Поговорить как раз о матче со Спасским. Вообще об этом претендентском цикле. Как так получилось, что такое превосходство у вас родилось? Получилось действительно очень интересно. Но ведь его не было, условно, там, в 72-м году. То есть какой-то скачок произошел в какой-то момент, да? Да. Я много, конечно, работал. Но с Полугаевским это, может быть, так не ощущалось, потому что он тоже много работал. Вот, и он глубоко знал те системы, которые играл. А со Спасским, во-первых, я перешел и на D4 тоже, потому что до Спасского я играл только E4. C4 очень редко, там, одна партия из 20 минут. D4 практически не играл. А со Спасским и Каракан, и D4, как говорил Разуваев, подавать с 2 рук, как в теннисе. В матче это очень важно, когда имеешь возможность варьировать дебюты. И, собственно, для того, чтобы освоить D4, хотя у Спасского не такой широкий репертуар на D4, но все равно надо было и ферзевые, и новоиндийские изучить, и где-то Немцовича. Хотя все это я черным играл, но со стороны белых. Это раз. А во-вторых, скажем, Каракан. Ну, сейчас вообще, благодаря моим стараниям, этот дебют резко изменился. И теория расширилась потрясающим образом. Вот. Но и тогда, для того, чтобы играть дебют новый в матче, это серьезно нужно было усилия приложить, что, в общем-то, получилось. А с Полугаевским как-то... Ну, я не ожидал, что я Полугаевского разгромлю с таким счетом. Конечно, одержать 3 победы в 8 партиях по 5 ничьих, это так Полугаевского, наверное, никто не играет. Второй матч получился со Спасским, тоже разгромный счет. А вот, но со Спасским я вообще всегда играл хорошо.